Всем привет, это канал Кей Драма Фан, и сегодня мы расскажем вам интересные факты об известной корейской актрисе Пак Шин Хе. Надеюсь, вам понравится это видео. Начинаем! Рост актрисы 163 сантиметра, а вес 45 килограмм. По знаку зодиака Пак Шин Хе Водолей. Умеет хорошо танцевать и петь. Пак Шин Хе любит заниматься благотворительностью. После землетрясения в Японии она помогала собирать средства для пострадавших. Актриса обожает бейсбол. Ей даже дали прозвище Рэнди Шин Хе. Дебютировала в возрасте 13 лет, когда сыграла в дораме «Лестница на небеса». Имеет вторую группу крови. На данный момент учится в университете. У нее есть старший брат. Актриса не спешит брать взрослые роли, потому что хочет прийти к ним постепенно. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи, пока!